Дяги. Всем здорово. Пряника давно не было. Батёк немножко обиженный был, ну, в общем, свои терки междоусобные наши. Ладно, это все мелочь. Все прошло. Все проходит, все на работать нам. Так. Чтоб давно красный не заводился. И. А, стоп. Он просто ключи нам достал. Ага. А эти тогда сюда повесим. Это у нас просто склад закрывается, все сюда вешаем. Чтоб на всякий случай. Берем ключи. У меня сейчас соблики даже чуть-чуть не прошли. Ну, я болел что-то конкретно. Но я тест сдал. Ковида нету. Тест сдал, все нормально. И батя расскажет вот про это вот. Сейчас дискатор отцепим. Ой, как сыро-то еще. У нас первый день, как светит солнышко. Не знаю, какое число. Знаю только то, что очень сыро. Каток отцеплен. Дискатор тут. Что-то я не спросил, куда он хочет отцепить. Тут куда-нибудь поставить. Или там. Ну что, красный, посмотрим, что тут у тебя. Потом еще одну ситуацию разберем. Ну, не знаю, буду разбирать, не буду. Это насчет, в принципе, дорог местных жителей. Пигмеев. Которые умудряются мозги делать. Чуть тут, батя, в этих сланцах, что ли, работал? Надо их туда убрать, а то тут будут грязненькие. Шапку свою инопланетную не нашел. Жалко. Батёк в тапочках. У нас как не хочет работать. Тряпочку мою что-то тут. Что-то он ей делал. Надеюсь, не это. Не пыль додумался протирать. Так. Живой. Белые носки. Все серьезно. Что-то 700 оборотов. А, может, холодный. Пускай чуть поработает. Потом убавится. Все выключено. Значит, просто холодный. Так, пускай пока стоит. Так, дискатор отцеплен. Прикроем. Как ни странно, сегодня еще более-менее так это тепло. Ну как тепло? Уже что-то совсем не тепло. Солнце уже давно не видели. Прям дико. Прям хочется на велике покататься. Но. Поля стоят еще. Не заделанные. Бурдачок КРАС 250. Катались на таком? Я катался вроде. На мана. Все на мана. Скоро технику на зиму готовить. Скоро аккумуляторы снять. О, хорош.
Батёк паникует. Я знаю, что ты это смотришь. Каждый год, когда идут дожди, он думает, что мы не задискуем. Хотя по факту еще хреново кукую у людей не успело подготовить землю под зиму. Ну да, скоро октябрь на днях, через пару дней. Ну что сделаешь? Так бы можно было бы это уже все заделать, если тепло было бы. Но нам, фермерам, всегда не угодишь. У нас всегда что-то происходит. Мы всегда ноем. То нам дождь плохо, то нам жара плохо. Никакой золотой середины у нас нету. Истребители летают, гул стоит адский. И, наверное, хрен он пойдет сейчас. Грязно. Но вдруг... Вдруг... Я все-таки подставил. А муж и зря. Теперь красный. Цапляем. Ох ты ж, ёбушки-воробушки. Цапляем. Цапляем, цапляем. Хочет, наверное, попробовать съездить. Красный, дай голос. Передача туго включается, замерз, бедолага, стоял долго. Так, трудяги, подцепили этот аппарат. Странное ощущение, конечно. Очень маленький, очень легкий. Лютый такой карандух. Закашляли, извиняюсь заранее. Пряник еще кашляет, но не ковид. Так, включаем. Чуть-чуть пускай дует, потому что все-таки солнце жарит. Так, включаем маячки и включаем фары. Я надеюсь, мы эти включили. Хотя, что их включать, и так видно. Правильно? Правильно. Ага. Убрали наш лакшери режим. Так, трактор нагрелся? Да, греется. Сколько у него температурка уже? 60 градусов поработал. Листочки ток-ток начинают уже, скоро октябрь, первые числа, они ток-ток желтеть начали. Все зелененькие даже стоят. Осень еще не в полную силу себя взяла. Ну, очень маленький, да? Вообще просто карандух. Едем попробовать на поле. Не самое дальнее, но там за деревней у нас. Посмотрим, как этот, как пойдет. Ну что, первые ходы этого мощного аппарата вы сейчас увидите. Вернее, сейчас мы посмотрим. Бортпилот Шагин МЕ спустился на землю. Ну чё, про чё скажешь? Тебя не надо снимать? Не надо, снимай. Ну ладно. Та сторона. Стесняется. Что-то это нормально стало. А то что-то задвигается.
Сейчас еще колеса налипнут, будет забиваться. Наверное, налипает, не лезет. Смотри уже сколько. Так-то лезет хорошо, но, блядь. Как раз забился. Угу. Чем изменится? Что изменится? Ну этот, наверное, прыгает. Нет. Этот не прыгает, цилиндр. Там просто первый раз выехали, вон там. А тут тоже налипает. Хорошая. 10 километров. Тут бровка получается чуть-чуть не видна, а за трактором примерно по полметра, наверное. И у меня получается колесо вслед практически вот от этой идет. Ну, я не знаю. Там, где дискатор не пройдет, это точно пролезет. Загруженность трактора 60%, поэтому оно в принципе не чувствует. Можешь поднять колеса? Может, колеса поднять? Еще поднять. Все, проехали. Все, на палубу. До конца проехать? Просто? Сейчас проехать чуть-чуть, чтобы я отключить. Да. Потек стесняшки грязным, наверное, показываться. Все мы грязные чуть-чуть. 10 км в час, загруженность 50-60%. Ну, это, конечно, смех. Ну, это нам и под зиму. Вот такими приспособлениями после этих дождей затяжных батя решил пользоваться. То есть сгандобил культиватор из того старого и решил вот так вот. А заделывать нам получается 20, 30, 50 и 10. А пока что, да, вот так вот, вроде такое количество я насчитывал полей. Ну, порядка 100 гектар, да? 110 где-то получается. Это нам надо заделать под зиму. Ну, даже если 4-метровым вот этим, да, ну, сколько в нем, я не знаю, ну, 4 метра, наверное, примерно. Если им заделывать под зиму, если лапки выдержат, рама не сломается, ничего, он не развалится, потому что вес трактора не сопоставим с весом этого агрегата, он его практически не ощущает, что он есть, что его нет, просто он как бы лезет, да, если бы он еще был... еще тяжелее, он бы еще глубже, наверное, лез и поувереннее просто шел. Ну, а так вот приходится вот таким макаром, потому что у нас земля стала как глина. Дожди ток-ток прекратились сегодня, вчера даже еще поливал. Сегодня солнышко весь день светит. Как бы начался тот пробел, когда заделывать. Не знаю, тепло еще будет, не будет. Мне почему-то кажется, что вряд ли уже тепло придет к нам. А там я даже не знаю, вряд ли октябрь будет теплый, если он уже не был, да? Как бы погрелись чутка, ну, хорош, как говорится.
Как его знает. Сейчас еще пару кружочков и едем в другое место. Дела делать. Так. Что такое? Пустился. Ну, пока что мы закончили вот это вот деяние. Сейчас оскоблим, обобьем, вернее, наш чудо-прицепной агрегат. Нереальное количество травы. Вообще. Ну, конечно, сыровато. Ну, а что, если только дожди закончились, что ожидать, правильно? Дискатор точно не пошел бы. Как совсем сыро. На колесах очень сильно налипает, возможно. Ух, ни хрена себе. И вот это наш чернозем. Поняли, да? Ну ничего, сейчас поедем. Сейчас как раз пока до дороги доедем, все это по той грязи отобьется. Так что не кипишуйте, все будет нормально. И вот эти штуки, да, батек сказал, и как бы явно из логики исходить надо иногда будет чистить. Но благо тут лапок не так много, сильно не замучаемся. Дискатор, если забивается, конечно, вы его не то что чистить, вы там много слов на французском вспоминаете. Работайте только в перчатках, иначе частичка вашей кожи будет оставаться на какой-нибудь железке. Как бы тоже эти моменты присутствуют. Корни, ого-го. Вообще. Лезет хорошо. Но я вам говорю, если этот агрегат, трактор его не разобьет, то будет все нормально. Потому что он очень легкий для вот этого всего. Не знаю даже. Я просто так посмотрел, вот тоже у нас в средней полосе дожди сильно хорошо зарядили. Ребят тоже говорят это. Говорит, не можем залезть. Некоторые там пахать начинают, где раньше дисковали. Кто-то еще что-то делает. Ну, в общем, как-то приходится делать такие у нас красивые пейзажи. Ну, думаю, гектар сделал, полтора. А сейчас домой, трудяги. Еще дела есть. На связи. Ну что, мы уже дома. Кто у нас тут? Драника что-то не видно. Гляньте, какой кроссовок топовый, да? До конца его оторвать. Толстый. Тебе не холодно? Это кобелю супермаркета запаслись еды. Самое прикольное то, что у нас дорогу сделали. Вот что я вам говорил про заранее. Но я не попал туда. Без меня, в общем, уехали. Драник, а ты что, меня ждала? Знаешь, что кобеля-то не видно было? Я только сейчас допер. Его закрыли, походу. Закрыли, а зачем? Пошел. Тихо, только не прыгай. Иди сюда, иди ко мне. Ты прыгнешь, измажешь ее всю. Что ты там? Что тебя закрыли? Где провинился опять? В каком месте навар? Только смотри, а то он прыгнет, откроет. Закрой калитку. О, а то всю грязь разведет. И, в общем, дорогу сделали на конце деревни. Тихо. И там был кипиш, типа нам запрещают ездить на тракторах местные пигмеи. Ну там один пигмей. Я хотел поехать поснимать, но как бы люди уже там, меня не взяли. Я на тракторе ехал домой. Тихо. Никакого контента, просто суть вы поняли. Что ж тебе вечно кусать-то меня надо? Драник приглянулся кобелю. И коту тоже. Кот тоже тебя любит. Ну-ка. Все, пики. Скажи всем здравствуйте. Здравствуйте. Иди. Ты ключи взяла от машины? Нет. Иди возьми. Кот, иди из супермаркета, забирай подарки. Кобель с тобой поделится.
Не, он домой хочет. Он хочет хлеб, суп, огурцы, помидоры. В общем, пошли. Все. Туда пойти? Да, а что мне? К бабуле, наверное, заедем. Неохота мне штаны переодевать. Ну, штаны только переодену. Давай штаны переодену. Что, плохо выгляжу? Вот скажи честно, я плохо выгляжу. Ну давай, давай, жги. Да. А в чем это проявляется? В старых штанишках. А почему не старые? У них ни одной дырки на жопе. У них состояние сейчас, муха не еблась. Ну ты в них тоже ебаться не будешь. Ну блин. Ну блин. Что тебе не нравится? Это рабочая форма. А шапку мне инопланетная видел, какая бывает? Да? Кота только не пускай, а то мы уезжаем. Я взяла ключи. А, ну ладно.